разрешение приватизации земель, которые в данный момент можно только брать в аренду, очень существенно усилит угрозу уничтожения естественного барьера, каковым являются территории зон санитарной охраны второго пояса, и это резко ухудшит качество воды и крайне негативно повлияет на устойчивость, да и на само питьевое водоснабжение города Москвы, и тут можно все эти экологические причины перечислять раньше. У нас контроль за выполнением законодательства поставлен крайне плохо, и доказывать это не нужно, потому что в зонах санитарной охраны, причем не только во втором, но местами даже и в первом поясе, понастроено не весь чего, чего ни в коем случае нельзя было делать по законодательству даже конца 30-х годов. 4 с чем-то там миллиарда, по-моему, рублей в казну области попадет, если разрешить приватизацию участков во второй зоне зон санитарных, во втором поясе зон санитарной охраны. Но это смешно, потому что затраты на ликвидацию последствий, неизбежных при возрастании антропогенной нагрузки на водные источники, будет стоить не 4 миллиарда. Я боюсь, что 400 миллиардов.